Но кто же не любит творожные десерты? Это всегда безумно вкусно. Блюда из творога всегда пользуются огромной популярностью и не только из-за вкуса. Еще они очень полезны. Этот десерт не исключение. Это отличный десерт для завершения праздничной трапезы. Приготовьте такой десерт на новогодний стол или для детского праздника. Ваши гости будут в восторге. Угощайтесь! Творог 200 грамм. Сливки от 33% 200 грамм. Сахарная пудра 2 столовые ложки. Ягоды 300 грамм. Сахар 3-4 столовые ложек. Количество порций 4-6. Для приготовления этого десерта первоначально необходимо сделать ягодную начинку. Для этого ягоды нарежьте на кусочки, если ягоды крупные, добавьте немного сахара и нагрейте, чтобы сахар растворился. Когда начинка остынет, взбейте сливки с сахарной пудрой. Затем аккуратно введите творог. В креманке выложите немного ягодной начинки. Затем с помощью кондитерского мешка наполните креманки творожным кремом. А сверху можно еще немного полить ягодной начинкой. Сверху можете еще чем-нибудь украсить. Приятного угощения!